Каждую неделю тренд аварий, попадающих на наши камеры, меняется. То это не соблюдение дистанции, а то очередность проезда перекрестков, как в этот раз. Начнем с кольца возле газовика. Темная легковушка выезжает на перекресток, на какой сигнал по видео не разобрать, но судя, что сразу после этого трогаются автомобили с другой стороны, это был желтый или уже красный свет. Отечественный автомобиль по внешней пытается проехать кольцо, но с этим не соглашается джип, который по внутренней хотел съехать. Нужно помнить, что кольцо газовика, как и инвертор, это в первую очередь кольцо, и правила проезда на нем свои. Выезжать с таких развязок нужно с правой полосы и при перестроении пропускать автомобили. Если владелец легковушки выехал на перекресток не на красный, то вина полностью ляжет на водителя внедорожника. Родимцево-Брестская. Если в предыдущем случае могли возникнуть вопросы по сигналу светофора, то здесь отчетливо видно, что джип едет на красный, а авария не заставила себя ждать. Свои действия виновник ДТП, скорее всего, трактовал как завершение маневра, однако движение он начал уже на красный, предварительно стояв до пересечения. Ночное ДТП на Шевченко в районе Комсомольска, и что там произошло, понять очень сложно, смотрите сами. Легковушка хотела развернуться, но начав маневр, в нее на большой скорости влетает газель, которая почему-то оказалась на встречной полосе. После инцидента на место приезжала скорая, однако кто получил травмы, не сообщается. Вы тоже можете следить за дорожной обстановкой в Оренбурге в режиме реального времени на сайте maps.ufanet.ru.